А для сегодняшнего нашего обзора я купил в магазине банан. Даже два банана. Зрители, а сегодня у нас в обзоре будет вот такой вот банан. Точнее, это не банан, а кошелек. Кошелек или пенал в виде банана. Смотрите, он как бы выглядит очень-очень натурально. Открывается вот так вот на молнии. Можно туда что хотите класть. Деньги, можно класть ключи, можно класть ручки, что угодно. Можете брать в школу. Вот такая вот интересная штучечка стоит $78. 400 заказов вот здесь у этого продавца. 100% покупателей, смотрите, довольны. Куча отзывов здесь, 220 отзывов, все пишут, что прикольная, хорошая штучка. Ссылочка на этот товар будет в описании под видео. И что еще, если вот нажать на наш плагин EPN кэшбэк, то мы видим, что еще целых 4% можно получить обратно по программе кэшбэк. Кого интересует, как установить такой плагин и как получать какой-то процент от своих покупок на AliExpress, у меня есть видео, вот на экране здесь будет у вас ссылочка. Значит, посылочка у меня уже пришла. И давайте ее распакуем, посмотрим на этот бананчик, насколько он похож или не похож, так ли он красив, как на этой картиночке. Ну что же, вот она посылочка, и давайте ее откроем. А, кстати, для тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе, у нас же разыгрывается вот такая вот кредиточка Multitool, многофункциональная. Кто хочет поучаствовать, посмотрите видео до конца, все условия будут в конце видео. Итак, открываем. Чик, надеюсь, я не разрезал то, что там внутри. Опля. Вот такой вот бананчик. Смотрите, очень, очень приятный на ощупь. С виду как банан. Бананом не пахнет. Пахнет как резина, честно вам скажу. Но такой легкий запах, не сильный такой, ненавязчивый запах резины. Смотрите, небольшие, конечно, тут некачественные швы. Это можно обрезать ножницами. Вот так вот расстегивается. И получается такой кошелек-пенал. Ну, кстати, хорошо подходит по цвету к нашему ножику птички. А, давайте сравним. Я купил специально банан в магазине. Вот, смотрите. Вот это у нас банан из магазина. А это у нас пенал. Ну, в принципе, смотрите, достаточно похоже. Вот тут даже зеленые края. Здесь зеленые, здесь просто более зеленые. Если отойти на метр-два, то можно и ошибиться, где настоящий банан, а где такой вот пенал-банан. Знаете, если вот так вот прям на улице так вот бросить небрежно, да, человек будет идти и реально подумать, что это банан. Ну, очень-очень похож. Если еще вот так вот набросать таких вот бананов вот, вот так вот небрежно, то в принципе я вот так, если отойти на какое-то расстояние, то я бы, честно говоря, и потерялся бы, где здесь настоящий банан, а где пенал банан. Можно, кстати, сделать вот так вот, можно положить банан в банан, а нет, не вмещается, не вмещается. Нужно было немножко поменьше взять бананчик, потому что этот не вмещается. Боюсь, что я буду пихать и порву. О, смотри, как интересно получилось. Банан в банане. Когда я был в школе, такого не было, конечно. Это был бы фурор. Смотрите, можно положить сюда ручки, еще куча места. Можно даже ножичек сюда положить, взять в школу. Мало ли, хулиганы вдруг в школе. Раз. Закрыть. И такой вот бананчик на веревочке. Довольно-таки прикольная штучка. Ссылочка на этот товар будет в описании под видео. Можете приобрести, конечно же, и вот так вот похвалиться в школе такой интересной штучкой. Главное во время завтрака не перепутать и не съесть вместо банана. Вот. Вот и все, в принципе, ребята. А для тех, кто хочет выиграть вот такую вот супер кредиточку Multitool, где очень много разных инструментов сосредоточено вместе,
Тем я скажу, что нужно поставить лайк под этим видео, перейти в паблик, то есть в группу нашего канала AB Channel, ссылочка есть в описании, и там будет пост, посвященный видео вот этому бананчику, пеналу, и там будут все условия. А розыгрыш будет ровно через неделю в разделе видео на нашем паблике. Всем спасибо за внимание, всем хорошего дня, пока-пока!